А, здесь уже 5 гигабайт выделено. Сейчас, погоди, что-нибудь придумаю. Я же тебя так же и обрежу, что ты вот туда смотришь. Туда смотрю? Ну, да, вот, я знаю, я специально так встал, чтобы, типа, развернуться и сказать что-то. Только сейчас, погоди, придумаю. Кстати, у вас этот стоит? Ну, давай. Ресурс пока. Я придумал. А, что ты, кто? Я придумал. Давай. Писька. Смотри, Даниэль, вот эта херня у тебя сзади на куртке, она мне больше напоминает какие-то баллоны с говном. Не пофиг. Потому что я встал как-то. Знаешь, что я вижу? Что ты видишь? У меня цифра 8 не работает, прикольно. Все, всем пока, я пошел за золотыми вещами. А, он портал выйдет. Oh. Блин, дрим. Дун. Ду-ду-ду-дун. 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 И где звук этот портал? Ду-ду-ду-дун. У меня прессовка стоит 2 километра. Так у меня тоже. Ну, у меня 16 на 2, это 32, 320 блоков, это 320 метров, понял? У меня 16 стоит тоже. Дун. А где, собственно, портал, я не понял. Ру-ру-рун. Все, давайте купаться, короче. Копаться? А, ну да. Надо fuck you. Есть уголь? Угли. Угли. Да. Есть. Угли, угли все мои забрал. Вот, вот. Все вот. Мои угли забрал. Вот угли, я их положил сюда. Да ты тупой, ее брата забрал. Дай одну зачем штуку. Ты? Так мне нужны факела, чтобы в этот копаться, тупой. А точно, еще же нужны этот урн. Настройки графики, свечение предметов быстро. Там, конечно, если этот поставить яркость большую, то там, в принципе, может и без факела быть. Понятно, вот. Вот я тебе скрафтил на. А помните дюп? Да. Вот ты реликвия нахер. Да дюпались. Да, помним. Помните? Я чуть не провалился в данж. Ой. О, железный данж. Я данж нашел. Какой данж? Так это с зомбями просто. Прикольно. Запиши координат. Сейчас запишу. И на всякий случай. А, спавнеры? Капец. Да, спавнер. Спавнер. А то я данж такой, чё? Данжи. С модофиграем. Плавим, плавим железом. Кстати, да, дрим. Так, а чё там у нас? Четыре железа, из них мои, ладно. Да чё у нас коммунизм должен быть, а не капитализм, ты чмо? Ну вообще-то у нас должен быть капитализм. Напиши это в Дискорд, напишите, создай отдельный канал Тигдикл Кокарды Наты. Бесплатно. Чё, как мне их убивать? Ну да, создай еще. Я сейчас еще два слитка заберу и все остальное приятно. Да нет, пока плавится, создай, слышишь, как это копать? Ну да. Ладно, чтобы вы там это... А блин, идите нахрен, зомби. Экстровый канал. Корды, Ти... Все, создал. Сприт это конфеты такой. Аквар хардвера. Что? Че? Акваре хардвер. Ну, ачивка майнкрафтская. Тут железо пока гречу. О, фу. Здорово. Нет. Да. Где-то высота. Золотую морковку я сделаю, потому что мне хоть какая-то еда нужна, а мне из зомби выпала морковка. Я вопросы? А я сделаю золотую. Я нашел золотую яблоко. Все, золотую морковку я съел. Я у меня хотя бы... Сколько-то хп отрегенится. Я тоже бензин. Добывай эти нитки, понадобится еще. А, кстати, да, нитки.
Причем у меня уже железо супер дохера, я думаю, мне свалит. Все, я богатый. Теперь у меня есть 4. Ой, я нашел. У меня есть 4 алмаза. Я нашел. Ну ты с читами играешь, ну... Какими читами? Я 4 алмаза нашел. Я... Это на какой высоте получается? На 5. Докажи, что без читов. Как доказать? Удали их. Творился, значит. Включи демонстрацию экрана прямо сейчас, если не включишь, бан. Ладно, бан. Включаю. Все, бан. Сейчас, бан. А у него там, наверное, там выключается на кнопку, капец. Экран. Че, мне делать демонстрацию экрана? Нет, мы тебя и так забаним. Спасибо. Нашел алмазы, забанили. Да почему? Шпин. Знаешь, в чем прикол? В чем? Я за стенкой стою, я слышу. Нет, я... Это... Короче, зашел в верстак, да? Я уже собирался убегать от крипера, типа он уже начал шипеть. Я нажал Е, а потом я еще раз нажал Е и зашел в инвентарь. А потом у меня что-то рука слезла, я не смог нажать на Е еще раз. Почему? Информативно. Уже избирать 20 минут. Можно еще Ильнура позвать. Чтобы не просто играли. Чтобы просто было онлайн. Ильнур всех назвал. Уничтожит. Я, короче, найду деревню и скажу, когда вы туда придете. Ну это будет 100%. Это будет троллинг, это будет вопрос. Вы пока добываете ресурсы, да. Я разведчик. Украинскую разведку. Я нашел океан. Ёпты. Что это? Это какие-то джунгли, болота. Прикольно. Если что, двигайтесь в сторону минус координат, потому что я на минусах. В сторону минус координат, это какие? О, Бобби. Тут есть лук нормальный, алё. Иди сюда. Бобби. Тут есть лук нормальный, нормальный прочность. Он делает без скелета выделения. В нём адекватная прочность 330. 630. Ну раз, скоро ночь закончится. Так, минус координаты, это куда идти? Ехать. Северо-восток где-то. Блин. Ну все, я нашел. Ну блин, это идти в противоположную сторону. Я типа на координатах минус 900 по Z. Короче, чё первое пишется? Z, X, понятно. Минус 900 по X и 2000 по Z. Блин. Ага, мы к тебе все равно никогда не придем. Так в смысле, это очень быстро. Здесь типа это... О, нет, я лук забой, фото. Здесь равнина огромная. Типа, ну, тут деревня вроде как нет. Ты вторым писал Z? Чё? Ты вторым писал Z? Да. То, что я вижу, то и пишу. Игрек, 2000. Это грипп. Ну, я типа, вам добыл эти кровати ищу. Нихрена небольшое. О, эти болота я там тоже. Я на лодке въехал в эту лозу.
А еще я только что дрифтил. Все, так. Я к нему вернулся наконец. Я не знаю, я кикнул с сервера или с дискорда. Ладно. Думаю, в аду троих. Тихо, я выживу. А, слышишь, кстати, запри жителей в домах. Ага, сейчас, погоди, я выживу. Мне сейчас главное выжить. Обожаю Майнкрафт просто. А ты поставил, надеюсь, этот компонент? Нет. Прикольно. Таблички. Убин? А, это Эмиральд, у меня нахер этот же стрелок. Тут паглику. Забираем свои вещи. А где мой меч? Алло, меч мой, где? Правильно. А где мой щит? А. Он там остался, видимо. Там, так я просто не смог все вещи вынести. Похер, щит это одно железо. Пофиг, тут все равно 19 желез у меня. Погоди, а ты все из того домика перенес? Нет, только печки две. Надо еще сюда тоже все перенести. Надо еще дерево сейчас супер помогу. Крутой ребенок. Крутой. Cool kid. Так, это. Иди. Правда, я нашел только зельеварку. Священник где? Сделай священник. А, кстати, недавно друг читал этот скрин, как он играет в Майнкрафт, у него там 8 стаков блоков изумрудов и только же всего. Только железа 2 раза больше. Можно сделать ферму железа, кстати. Делай. Нет. Так, ну чё, по-моему, священник не забудь, и... Во второй серии. Когда-нибудь. И не хочу священника. Во второй серии когда-нибудь, правда. Заработанный. Официально это центр деревни, поняли? Да, он понял. Где центр деревни? А, это? Ага, патрон. Уже картошка поспела. Не ломай! Пожалуйста, не ломай, я смотровую вышку строю, дебил. Казинаки. Скидываем. Скидывай. О, нифига, можно за золото покупать изумруды. А потом эти изумруды обменивать на лазури, чтобы понимать это. Верни мои 20 стрел. Там не 20, не нужно. 20. Джемиш момент. Верни. А чё? А почему вот сепс или не составить? Сепс. Понял же. Чего? Сепс. Да херня. А, я нашёл... Так её в холме надо строить. Я нашёл розовую вот овцу. Вот тут вот строй, вот тут чё? Вот. Я розовую овцу нашёл. Зачем в холме? Как вот хочу? Так в холме оно интересно будет, а тут просто нахер дырка такая. Даниэль, а какой шанс спавна розовой овцы? Маленький. А? 3%. Ну вот круто. Теперь у нас будет это. Ой, хера, что? У меня земля из рук пропала, получился дуб. Дуб. У нас будет розовая овца. У нас будет розовая овца, пруфами видео. Что она этот реально представляет. Да похер вообще, вот тут вот надо что? Нет, ночь, нет. Все, ладно, реально похер на эту. В смысле? Сохрани ее. Похер. Только по ей. Похер. 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 Она все равно все равно место никуда не идет. О, да. Так, все, копаем. Опять работа. Опять. Опять работать. Ты не понял, как я хочу? Нет. Ты понял? Ну не так. Я хотел типа 3x3 копаться вниз до 10 высоты, и там дальше уже разветвление на эти. Нет, он смотрел моди чата.
Ты нюхни деброчки, а потом зайдем. Ок. Нет! Серьезно. Он все испортил. Что это у священников в руках? Какая-то непонятная херня, или это из этих супаков для этих. Для жителей какого-нибудь. Типа у меня стоит этот ресурс-пак, который делает жителей этих людей. Ладно. Чё? Я серьезно. Игроки. Чё может быть? Игроки СП в шоке. Зурицкий сила. А, я понял, что это за херня. Эта херня в руке у священника обозначает, какого она уровня, какого он уровня. Ладно. Это из ресурс пак. Это, кстати, будет маяком. Я сейчас поставлю это. Два света камня. В сумчо. Маяк. Реально. Здорово. Да чё ты дерёшься? Я даже ничего не делаю. Что ж, немножко подхвачим. Вы меня пустили. Я брос. Да нет, пошли шахту копать. Пошли сейчас копать шахту в моем боте. О, у нас есть кэт, можно я алмаз потрачу? Так у нас два кэта. Я один только что выбил с критера. Нифига, он торгует на держимчиках. Да. Все, я прокачал для держимчиков. Зачем? Ты тупой, чтобы найти этот энд. Теперь нам не придется фармить эндермена. Да, кстати, прикол. Нам придется фармить дерево. А зачем нам фармить эндерменов, если можно фармить пилингов со сны? И дебил, снег падает очень мало вообще. Мы же не дрим.